Веками человечество бьется над решением загадки. Как остановить старение? Как сохранить красоту и свежесть? Посвятила свою жизнь этому и косметолог Зинаида Кудрина. Многое в моей жизни происходит по законам метафизики. Например, фильм «Титаник», который буквально меня потряс. Там очень ярко показана трансформация молодой, красивейшей женщины, увядающую, увядшую. Я поставила целью своей жизни сохранить красоту и молодость каждого лица. И мне это удалось. И я это доказываю каждый день. Зинаида Кудрина разработала собственную уникальную методику, которая запатентована, прошла много клинических испытаний и дает потрясающий эффект. В ее основе лежит использование серебра. Я очень долго думала, что же можно сделать, чтобы любая женщина могла себя почувствовать счастливой. И родилась серебряная коллекция. Не только для красоты, но и для здоровья, для хорошего самочувствия. О волшебном влиянии серебра существует много легенд. Из него делали амулеты и обереги. Лунный металл серебро древние инки называли «слезы луны». Союз натурального шелка и высокоочищенного серебра оказался поистине магическим. И это доказано клиническими исследованиями французской лаборатории Крадеко, которая назвала результаты этих исследований поистине революционными. Первая маска, которая родилась, делает кожу сияющей, разглаживает морщинки, освещает лицо, дает сияние и молодость. Шелк покрыт серебром 4/9, но это маска красной дорожки. Под воздействием серебра происходит перепрограммирование работы клетки с режима увядания на режим омоложения. Ярко выраженный антиоксидантный эффект серебра способствует разглаживанию морщин, увлажнению глубоких слоев кожи, усиливает ее сияние и снимает мышечные зажимы. Второе, что для меня очень важное, для каждой женщины, это глаза. Во-первых, изнанка все выглядит как какие-то космические изобретения. То есть это не обычные очки, которые мы одеваем там, я не знаю, для сна или в самолете. Они такие длинненькие, они как робокоп какой-то получается. И они снимают головную боль, они убирают синяки, круги под глазами. Это удивительная маска для каждого, и для мужчины, и для женщины. Важным для каждой женщины являются руки. Были созданы рукавички серебряные. Они названы «Доброе утро» для того, чтобы ты утром, проснувшись такими легкими прикосновениями, как мои женщины говорят, крылья ангела, могли, начиная с декольте, по массажным линиям проработать все лицо. Улучшается кровообращение, кожа начинает сиять, и вы начинаете с хорошего настроения, с красивого вида свой новый день. Я создала такую маску, которая поддерживает овал лица. Шелк серебро дает импульс коже. Мало того, что идет подтяжка, но еще пульсация, которая помогает подтянуть и поставить овал на место, а иногда даже сформировать скулы. Вершина моего, так сказать, творчества – это маска-шлем, умная маска, как мы ее назвали. Она не только воздействует на лицо, но и воздействует на мышцы головы. Я рекомендую сразу маску, потому что маска мне позволила засыпать. Даже если вы не понимаете, что с вами происходит, вы просто ее оденьте, засыпать вы будете моментально. А она дальше будет, эта маска, работать. Когда ты ее одеваешь, ты действительно подтягивается вообще все, снимается плохое настроение, ты засыпаешь моментально. Я замечаю, когда ты, может быть, воды побольше на ночь выпила или там что-то съела, может быть, солененькое. Бывают легкие отеки, но таких, как у меня было раньше, я вот сейчас благодаря маске не замечаю. Просто эффект фантастический. Кожа начинает сиять буквально час в этой маске. Через 28 дней можно смотреть свою фотографию до и после. Это действительно великолепно. Уход за собой с использованием шелково-серебряных тончайших аксессуаров дает не только яркий омолаживающий и успокаивающий эффект, но и приносит ни с чем не сравнимое удовольствие. Она волшебница. Я очень ей благодарна. Мы не можем остановить время, но мы можем предотвратить его негативное влияние и сохранить свою красоту и свежесть.